Визит министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Христенко начался с ознакомления со всей линейкой двигателей, которые производят пермские моторостроители. Вот давно зарекомендовавший себя ПС-90, установленный на 80 отечественных самолетах. А это модернизированный ПС-90А2 для новой версии российского самолета Ту-204СМ. Двигатель сертифицирован, так, и сегодня мы подготовили серийное производство. Главный и по-настоящему прорывной проект, который реализуют пермские моторостроители, это разработка семейства перспективных двигателей, первый из которых ПД-14 должен выйти в серийное производство в 2015 году. Начало создания целой серии перспективных двигателей положено. Как раз в эти дни начинаются испытания унифицированного газогенератора. Именно на его основе будут сконструированы ПД-14А, ПД-14М и ПД-18Р с разными силами тяги. Эти двигатели будут отличаться большей экономической эффективностью, безопасностью и экологичностью. Их создают специально для новой генерации российских самолетов МС-21 и Суперджет. В их производстве используют самые современные композитные материалы. При КАМИ создают будущее отечественного авиапрома, отметил Виктор Христенко. То, что сегодня мы увидели здесь, в Перми, в меня вселяет очень большой оптимизм, поскольку сегодня мы увидели уже готовое сердце нового семейства двигателей, новый газогенератор. Это позволит, по сути, впервые за 25 лет выйти на новую линейку двигателей. Нашим производителям проект гарантирует значительные федеральные вливания – до 24 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Пермские специалисты будут не только обеспечены работой, но и смогут отрабатывать новые технологии. Пермские моторы для нас – это бренд. Начинают новую жизнь и новый прорыв. У нас есть надежда на то, что этот прорыв существенно изменит в целом ситуацию в отрасли. Очень похоже, что у нас появляется новая опорная точка. Очень похоже, что появляется точка, которой мы будем гордиться, это двигатели строения. Сейчас на самолетах с пермскими двигателями летают первые лица государства. Недавно президент России Дмитрий Медведев совершил первый полет на новом среднемагистральном Ту-214ПУ с мотором ПС-90А. Всего в президентском отряде 6 самолетов Ту-214 и 4 Ил-96, оснащенных пермскими двигателями. Елена Закирова, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.